19 мая в Рассказово приедет мобильная станция переливания крови. Передвижной пункт разместится в нашем городе около здания администрации в 8:30 утра. Горожане смогут сдать кровь до 13 часов дня. Несколько раз за год мобильная передвижная станция приезжает в наш город. Донорами становится около 100 рассказовцев. Чаще приходят сдавать кровь люди среднего возраста, но в последнее время приходит и молодежь. Донором может стать любой человек, достигший 18-летнего возраста, который не имеет проблем со здоровьем. За один раз донор сдает примерно 450 миллилитров крови. Она делится на компоненты и может спасти не одну жизнь. Здоровому человеку эта процедура идет на пользу. По статистике, переливание крови ежегодно делают 1,5 миллионам россиян. А на Земле каждый третий хоть раз нуждался в донорской крови.